сосновом лесу возрастом старше 30 лет находим пружинящие участки хвойной подстилки. Удаляем верхний неперепревший слой хвои. Под ним находится пригодный для составления почвенных смесей хвойный перегной, который мы и собираем. В лиственном лесу на участках, где поверхность почвы пружинит, удаляем слой неперепревшей листвы. Под ним находится слой листового перегноя. Собираем его и просеиваем. Перегной, прошедший сито, используем для приготовления почвенных смесей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии и задавайте вопросы.